Вот детей жалко. Нам-то по 54, нам надо что-то. А вот этих детей жалко нам. Детей жалко. Мы доказали уже. Вот в тот раз, когда первый запасток, мы доказали. У нас весь народ онкологией заболели. За это время, вот, которое было у нас праздничные дни, они каждый день и ночь машины разгоняют все свое отходы. Они привозят один раз. Почему они не сняли? Эту. А почему вы не сняли вот это? Дурные, да, нет, почему? Хотя бы на расстоянии, если вы это видели, да. Что машины выезжают. А если они были, что они почему не сняли вы? Они выносили все свое говно. Сейчас поедем. А сюда ОМОН привезти, ребят наших, травит, могут, уехали, убежали, серию наших ребят. Всех наших ребят уехали. За то, что без конца ОМОН. ОМОН туда надо загнать, ОМОН туда. Их надо добить, их надо добить. Не надо, этих детей не надо было, прекрасные дети уехали, которые одно слово никогда никого не обидели. Убежали из этого села, потому что пинали ОМОНцы, приходили, пинали их. Разгром за делали. За что? За то, что молили, город оставили. Ваххабистами сделали. Понятия не имеют, что такое ваххабизм. Разборода ваххабист. Вот. Мы вообще они террористы были. А эти не террористы, да? Это не террористы. А наши сажают, это не террористы. Вот кто торгует, это не террористы, да? Как Степану здесь стоит. Никто не подходит. Как террористы все здесь. Все. И ОМОНы, и милиция, и репортеры, и пока вас все еще показывали. Эти ребята никому плохого не делали. Ничего не показывают. А. Береке все знали, гремели. А да, что-то нефтебазы, береке что-то молчат. Правильно говорит. Да. Это нехорошо. Не бирбишь, гуля-гуля чхать. Это что, издеваться должно? Никакого уважения к людям. Вашим обращением президента Российской Федерации, прокуратуру Дербента, прокуратуру Республики, МВД Республики. Все эти письма поступили к нам, и указанием аппарата президента мы проводим внеплановую проверку. Не фотографируй, девушка. Почему? Почему? Что боитесь? Что хочет моего лица? Все слабенцы. Я имею право просто давать интервью. Понимаете, законом незаконно вы тоже не имеете права. Здесь стоять. Здесь устроить. Вы права не имеете. Я строю, что ли, что-то? А? Я строю, что-то? Вы уже? Я директор завода. Да мне пофиг. Я провожу проверку. А что не проверка? Проводим. Вы же не даете работу. Пойдем, мы же вас оставили. Вы же ушли, я же вот членом комиссии. Ну как я ушел? Почему? Потому что вы общественную палату выгнали. Журналистов выгнали, которые мы вам сказали, вам еще не нужно. Да, и начали, короче, обязательно разговаривать. Законом. Так тоже нельзя разговаривать. Это для народа, не для трупочки. Даян Динара, Даян. Я не депутат, я не фотограф. Говорить не надо, я работник, понимаете? Я не умею разговаривать с людьми. Я свою работу должен сделать хорошо.
Понимаете? Правильно, хорошо свою работу должен делать. Больше ничего. Я не имею права разговаривать, объяснять. Но я, тем не менее, за то, что вы обратились к таким народам, я там собрание тоже слушал. Я же там ничего не сказал. Я свою работу сделаю и вам доложу, что я сделал. Есть сроки, которые я могу сделать. Вы понимаете? Я не могу раньше времени. Слушай сюда. Он по вашей жалобе, по нашей жалобе приехал сюда. Сейчас будете один кричать, второй, вы и так кричите, сколько раз собираемся, вы друг друга хотите слушать или хотите показать, кто больше всех кричит, громче всех кричит, если для этого, мы давай будем кричать. Аличка, человек, не послушайте, послушайте сюда, человек приехал мониторинг вести, забору воздуха. Вот он открытый своей работе, я переговорил, открыт своей работе, сколько нужно. Ваши представители, нас представители, будем рядом находиться, если вы думаете, что какие-то незаконные манипуляции будут, что-то будет. Альбулат, подожди, подожди. А сколько лет мы ждем этого? Альбулат, хорошо. Сколько мы травились? Да я на это. Вот ваша машина здесь стояла. Я видел вашу, вот эта машина я видел, Мерседес, вот эта, которая здесь стоит, это ваша машина. Вам сколько лет? Мне 63 года. 63 года, мой ровесник, ты зачем всему народу врешь? А почему? Позавчера эта машина была здесь? Да не было здесь ничего. Была эта машина, я видел. Ты посмотри на этого человека, ты будешь в другой машине. Я извиняюсь, дайте мне работу. Здесь кто хочет? Мы хотим нормально жить, как нормальные люди. Кирпичные. Наши дети. Многие правнуки хотят. А здесь мы хотим вместе. Это чего? Компромат машины, потому что я его несколько дней. Почему до этих пор у вас не были фильтра? Сколько мы вам кричали, орали, кричали? Ваши, говорит, трубы должны были 15-20 метров высотой. Вы его тоже срезали. От того, что тяги нету, все прочее. Расход уходит у вас. Вы себе только о себе думаете. Вы о нас не думали. Я, когда первоначально был разговор, ты знал прекрасно, я никогда не болел. Да, обсуждать зачем? Давай. Если ты считаешь мой дом соединен законом, его мой отец построил. Я имею право там жить, и не тебе мне указывать, надо здесь дома, я буду продавать. Тебе же влиять на здоровье твое. На что, а что тебе? Я должен влиять на тебя. Всем влияет, всем. Это не я, не я должен здесь продавать. А то сторону, почему мы не смотрим? Поверь моим словам, если мы хотим вам плохого. А сторону, почему мы не смотрим? Можно вам? Я умру. Я Султан, дай мне звать Дрифтова. Здравствуйте. Я соседка, вот ближайшие ваши два шага находятся наши новостройки, которые построены были до вашего завода. Почему эту сторону вам не интересует? Именно интересует эта сторона. Потому что вы хотите туда расшириться. А сюда нет вам дорога расшириться. Нет ли? Ответьте, пожалуйста. У вас сейчас какие мотивы? Да. Мотивы в том, что у нас здоровье мотивы. Вы хотите еще коптить нас. Вам людей вообще. Что-то. Какая уборка? Что здесь уборка? Здесь завод мы специально включили. У вас бивает здесь кустарный нефть, который воняет. Давайте, и невозможно покажи, воняет. Сейчас вижу, да. Да. Что невозможно воняет. Еще жалоба нету. Покажи. По всей Махачкале центре города завод. Москва, Кропотки на там. Кустарный нефть, понимаете? Они чистые кустарные нефть бивают иногда привозят туда. Если мы виноваты в отравлении людей, в онкологиях, закройте нас. Зачем я нам самим здесь работать? Я на работу выезжаю зимой с ребенком, что ребенка не... Нам деньги предлагают. Мы что, продажные, конечно ли? У нас здесь предки жили. Мы здесь же жили. Наших детей растили. Внуков растили. Какое право имеет? А нам деньги предлагают, чтобы выселить. Это наше наследство. От них осталось нам. От наших предков осталось. Мы не хотим все это. Нам не видят этого. Нам. Только одни сказки рассказывают, чтобы обмануть этих простых рабочих народ. Сколько можно говорить? Устали уже. Наш народ, не отдавайте детей в школу. Ясли, на выборах не ходи. В Махачкалу поедем. Электричка едет. Весь народ поедем в Махачкалу. Поедем. Что, мы не любим, что здесь?
Посмотрим, что они сделают. Совестные сволочи они, негодяи, которые людей травят. У них нет сердца, у них нет детей, семьи. Никого нету. Бессовестные. А если взрывы? Взрывы? А где мы застрахованы от этих взрывов? Сволочи они, негодяи. Пойдемте туда ломать все. Один раз у них был взрыв. Пустой стулья не знаю, что-то был взрыв. Даже они скорой не вызвали этому человеку. Откупились деньгами. Деньгами купили. Они все делали. Это взрыв, это взрыв. Наши дома пошатало. Наши дома уже вот так. Пустой вагон взорвался там, пустой. Мы вышли на улицу, смотрим, даже скорой будет. Откуда? Скорой не было. Деньгами отмазали. Все. Свою же. Там, а вот,